Отдал свои здоровья за
то, чтобы Россия оставалась крепкой, чтобы ее никто не нарушал ее интересы. Выставка, она называется «Цветные сны», потому что эта выставка, она представляется создана из образов. Хотя я, в общем-то, художник-живописец, и вот как выставка работы моего любимого друга, старшего товарища Знака Анатолия Марковича, мы с ним вместе ездили в командировки по воинским частям по всему Советскому Союзу, но я эту выставку сделал как бы специально белую. Почему? Потому что эта выставка, она как сны и является образом. Это белый цвет, это цвет бинтов, это цвет палат, это цвет русских изб, вот. Это цвет дыма, который над рукой, это цвет цветущих яблок. Белый цвет, он несет в себе очень много. В каждой работе есть название. Если вглядываться и почитать, там есть этикеточки, то есть там и синий, и красный, и голубой, и оранжевый цветочек. Вот, который говорит о том, что на этом холсте мак. Мак, просто мак. Но он называется как бы в наружу. Это Хлебов Ганна. Потому что мак – это основное производство наркотиков в Афганистане. Вот казалось бы, ни о чем. Но если задумываться, то в каждой работе так и стоит. Там головка мака, да, вот эта коробочка, она как бы, если глядеться, так как бы шприцы стоят. То есть в каждой картине есть трагедия. Если внимательно вглядываться, себе немножко позволить в кого-то мысли, вот, это же всегда оставляет мысль зрителя там мысли в картине, открыть ее образ. Вот, и тогда многое станет понятно. Там есть голубые билеты, есть такой цвет голубой, да, там, где 2 августа, вот ребята, как это все знают, что мы когда собираемся и поминаем друзей на могилках, то тогда ставится стакан хлеба, кусочек, на стакане кусочек хлеба, и кладется билет на могилу, как бы, те ребята, кто пришел своему товарищу. Да. Это тоже здесь все так вот потихоньку, только я бы хотел, чтобы когда люди смотрят, чтобы они не просто побежали. Некоторые бывают так, что когда я делал выставку в доме художников, кто-то забежал в белые стены, в белые холсты, и там все белое, и так где выставка? Ее сразу можно даже не заметить. Но я бы хотел обратить внимание, что это трагедия. Эту выставку посмотрели около 3 миллионов человек. Она побывала и в Волгограде, на фестивале «Афганская песня». Она была в Тюмени, она объехала Красноярский край. И она дала свой результат. То есть по итогам выставки мы уезжаем, мы не можем помочь всем. Мы эту тему поднимаем на местах, тут же в Кировском районе, скажем. И когда мы уезжаем, мне звонит и говорит, что Георгий Васильевич, хорошо, что вы приехали. Вот парню собрали деньги на коляску. Вот не было возможности. А здесь люди начинают понимать эти проблемы. В Тюмени, допустим, там пришли родителям погибшего парня из Афганистана, ребятки. Родителям отремонтировали квартиру, купили новую печь. То есть эта выставка делает чудеса. И когда вот она существует уже 11-й год, 25 февраля 2005 года мы открывали эту выставку. Она до сих пор еще путешествует, живет, и она приносит понимание и пользу о том, что надо помнить о том солдате, который отдал свою жизнь за нас с вами, за то, чтобы у нас было все благополучно. И я горжусь тем, что вот рядом мы с Анатолием Марковичем здесь сегодня заполнили пол 2-го этажа. Вот. И я бы хотел, чтобы как можно больше посмотрели люди эту выставку, и чтобы каждый унес в себе в сердце память о тех ребятах, кому она посвящена. Спасибо большое всем, спасибо вам офицеры. Другая художественная выставка «Доблесть, отвага, честь» Победы вам об армейский будет пограничных войск, морской авиации и морской пехоты. Ее автор, художник, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор Красноярского государственного художественного института, член Союза художников, народный художник Российской Федерации Анатолий Маркович Знак. В его работах образ защитника Родины приобретает романтическое родство. Имеет такие черты, как мужественность, скромность, бескорыстие и готовность пожертвовать своим личным временем, комфортной жизнью ради безопасности Родины, родной страны. Сегодня, дорогие гости, у вас есть уникальная возможность получить автограф заслуженного художника.
площадка с первого этажа. Напоминаю, пол второго этажа – это комната документальной экспозиции «Афганистан. Я был там». Множественная выставка «Цветные сны». Выставка портретов «Доблесть, отвага, честь». Площадка «Письмо солдату» – фойе первого этажа. На бланках вы можете написать добрые пожелания ребятам, красноярцам и посетить наши фотозоны. Уважаемый Юрий Николаевич, Денис Петрович и Георгий Васильевич, мы также приглашаем вас посетить наши выставки и пройти на гала-концерт, который состоится в 19 часов. Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу. Перед тем, как сойдешься за праздничный стол, вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, кто берег тебя вечно и в вечность ушел. Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, пулеметами врезанных в скальную твердь. Запиши нас в историю горестным былью и рубцом материнское сердце отметь.